this match title match, okay? 5 meets 3 round, okay? No, no, it won't. Okay. Yeah. Okay? Back card, no, okay? Understand, okay? Yeah. No, 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 back card, okay? Hey, push it come. Hey, go on. チャンピオンシップラウンド1蹴りくるよ、そろそろ蹴りくるよ。右ガード、右ガード。そろそろ蹴りが来るからね。右ガード。その前蹴りだよ、蹴り蹴り。蹴りくるよ。顎下げて、顎下げて。大丈夫、大丈夫。蹴り注意だよ。そろそろ蹴るよ。右ガード、右ガード。そう、大丈夫、大丈夫。いいよ、いいよ。距離合わせて、距離合わせて、いいよ、いいよ。蹴り蹴り。そう、ジャンプパッチが見えるから、蹴り注意だよ、蹴り。蹴りは注意だよ。これは1分経過、ラスト1分。アッパーも出ますよ。大事に、ここ大事に、ここ大事だよ、ミート。アクション。そう、そう。チラシチラシ投げて。パンチし、パンチ、パンチ。アクション。Yes, yes, 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 y
Stop! Dumme! Ready? Hey! Satoshi, throw it. Stamina, watch it. Stamina, watch it. Stamina, watch it. Satoshi, go ahead. 15 seconds, Ishii. Championship, round two! ナイス。オープンのガード。
顔を押さえて、顔を押さえて、そうそうそうそう、顔を押さえる、顔を押さえる、そう、ナイス、ナイス、それでいい、それ顔を押さえて、顔を押さえて、バンボー、バンボー1、バンボー4、ナイス、ナイス、ナイス、バンボー、それナイス、ラスト2分、ラスト2分、バンボー、顔を押さえる、顔を押さえる、ラスト2分、ラスト2分、バンボー1、キミバンボー、キミバンボー、気をつけて、気をつけて、伊勢さん、キミバンボー、大事に、サトシ、大事にいくんだよ、サトシ、キミバンボー、斉藤先生見てる。右、右側、外側。気をつける、気をつける。プッシュニーズウェイ、プッシュニーズウェイ。内側から、内側から。かなりシン。倒す、倒す、倒す。そうそうそう。倒す。15kg 以上ありました。体重の軽いシュレック選手がグラウンド状態での顔面への足による攻撃を認めたため、この試合は通常の MMA ルールで行われます。
よ、ダブ出しいよ、ダブ出しいよ、左から出していいよ。ちょっと前から自分から、ちょっとフェイント、フェイント、フェイント、そうそうそう、これはいいよ、いいよ、いいよ、自分から打つだけ、フェイント出して、フェイント出して、そうそうそう、上上上上ね、上下ね、もう出して、出して、カウンター合わせよ、カウンター合わせよ、カウンター合わせよ、ナイス、頭で見せたら大丈夫だから、出てきた時合わせよ、ナイス、ステップ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 、頭でやっていい、まっすぐ下がんない、まっすぐ下がんない、ナイス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 、そうそうそうそう、それでやっていこうか、ナイス、ナイス、ナイス、残り時間かけて5分で出てたら来てくれ、止まらない、止まらない、止まらない、ナイス、見えてる、見えてる、ナイス、見えてる、見えてる、出して出して、一割ね、一割動きよ、ちょっと攻撃につなげよ、出てきたらカウンター当てるよ、そうそう、出しながら、そう、あと十分だよ、十分だよ、左、左、左、ナイス、ナイス、シコンダー、シコンダー、はい、狙っとこう、狙っとこう、狙いながら自分で、ナイス、そうそうそうそう、お、ナイスフェイント、足効いてきてるよ、カウンター行ってよ、カウンター行ってよ、右足開いて、右足開いて、足開いて、ここは右からダンス、はい、今はいいね、右手は右手は高い止めるよ、後ろ、ここは、
Екатеринбург, приветствуйте участников поединка в категории до 93 килограммов. В синем углу боец из Бразилии, город Сан-Паулу. Ему 36 лет. Рост 185 сантиметров, вес 92 килограмма 700 граммов. Профессиональный рекорд 28 боев, 21 победа, 7 поражений. Команда Mike's Gym, Тиаго Сильва! И его соперник в красном углу боец из России, город Екатеринбург. Ему 30 лет. Рост 183 сантиметра, вес 93 килограмма 300 граммов. Профессиональный рекорд 15 боев, 14 побед, 1 ничья. Представляющий бойцовский клуб Архангел Михаил Иван Штирко! Рефери Марк Адат, Великобритания. Okay, gentlemen, you understand the rules, you fight under. Listen to me, keep yourself protected. When I say stop, you stop. Let's do it. Stand back. Stand back. Итак, возраст, рост и вес бойцов на наших экранах. По сравнению с предыдущими поединками гораздо легче Иван Штырков. Бывало у него, что и 108 килограммов он показывал на весах, но сегодня 93. Ну, у Ивана сумасшедшая фан-база. Здесь, в Екатеринбурге, и в России его знают. И, конечно же, вот в этом бою видно, что Иван вышел именно показать, на что он способен. Он обостряет сразу же бой, идет вперед. И это правильно по отношению к его фанатам, к тем людям, которые организовывали данный турнир. Так и должны себя вести лидеры. Во многом, мне кажется, Иван до сих пор как-то отвечает на те вопросы, которые возникли к нему после поединка с Дос Сантосом. Потому что не очень ярко проявил себя Иван в том бою. И теперь, ну, я думаю, ему есть что доказывать. Но я тебе хочу сказать, не все бои могут быть яркими. То есть где-то противник не подошел, где-то к самому бою подошел спортсмен не в той форме. Тем не менее, бои Ивана Штыркова все помнят, как бы они ни прошли, потому что он всегда идет вперед, он обостряет. Да, где-то бывает, он функционалка его где-то подводила, но тем не менее никто не скажет, что у него нет желания и он не показывает яркий бой. Даже в тех боях, где ему приходилось тяжело, он наносил мощные удары, он делал классные броски. И вот сейчас тоже с самого начала не отсиживается, достаточно мощно ведет бой. Другое дело, как всегда, возникает вопрос, что будет с функционалкой именно во второй половине боя. Как только он решит вопросы с функционалкой, у него все станет на свои места. Ну, с другой стороны, вот если вспомнить, с каким весом подходил к поединку против Дос Сантоса Иван, это как раз-таки были те самые 108 килограммов. А сейчас Иван дерется в категории до 93. Намного легче Штырков в этом поединке. И, возможно, здесь как раз-таки и кроется секрет хорошей функционалки. Ой, класс! Вот это классно! Прием. Класс! Своевременно, все по месту.
И даже казалось, что бразилец уже его подловил. Да, сконтрил. Очень красиво и хитро сконтрил Иван. Вот так вот люди, которые претендуют там на какую-то звездность, они вот так и должны проводить бои. Да. Вот это круто было. Это был действительно очень красивый прием. Сейчас очень хочется посмотреть повтор, если честно. Хочется насладиться еще раз. Молодец. Иван действительно большой молодец. И никто не скажет, что это случайно на фоне усталости, там, что соперник устал. Это точно. Это было в начале боя, когда соперник, в общем-то, кондиции у него были отличные. И на обострение пошел сам Иван, перевел. Перед этим несколько атак хороших провел. Круто. Ну вот, подсек в самом начале боя его Тиаго Сильва. Он быстро поднялся на ноги Иван. И причем вот у него хорошая такая ручная скорость. Вот он показал. Видим, как хотел забрать ногу на болевой бразилец, но в итоге отдал руку сам. Очень-очень хитро поступил Иван. Увидел, что рука свободна, тут же за нее схватился и провел рычаг. Стоп.
Watch your head. Stop! 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 Undefeated, still the unified heavyweight champion of the world, fighting for the people and the nation of Ukraine, Oleksandr Usyk.
Парни, работаем. 3 раунда по 5 минут. Еще раз напоминаю, правила знаете, не нарушаем их. Слушай меня на протяжении всего боя. Это главное событие этого турнира. Покажите красивый, чистый бой. Пожали руки. Разжались по углам. Послужные списки, возраст, рост, вес бойцов на ваших экранах практически одного веса. Значит, на 2 года старше Иван Штырков, на 4 сантиметра ниже, но при этом гораздо опытнее. Ну что ж, бой, наверное, из серии «Don't blink», не проморгайте. Потому что Иван Штырков в последнее время славится своими досрочными победами. Ну и у Усылджана огромный процент досрочных побед в первых раундах. Ну вот как вернулся из лиги AC Иван Штырков в родные пенаты, так дважды взял и досрочно выиграл, причем в первом раунде. Досталось на орехи в мае Михаилу Колобегову, ну и в августе был нокаутирован Насрудинов. А сейчас вообще Иван идет на серии из 4 досрочных побед. Второе поражение в карьере он потерпел как раз-таки не от кого-нибудь, а от участника главного события сегодняшнего карда Магомеда Исмаилова. Да, но как сам говорит Иван, что после этого прошел такую определенную перезагрузку своей карьеры, подцепил часть энергии, возможно, и включился на полную. Хороший такой middle kick с передней ноги от Ивана Штыркова. Асылджан пытается там поджимать, пошел было с руками, но не точно. И там неплохо по корпусу двоечкой разрядился Штырков, я хочу отметить. В последнее время сильно прибавил удар именно в ударке, да и он, в общем-то, раньше. Да, сильно как бы не уступал, но сейчас и точнее гораздо стал бить Иван. И защита, мне кажется, стала гораздо тоже интереснее у него. Ну и пошел такой, знаешь, вот этот панч, именно такой оп, и соперник лежит. Поменял стойку здесь Штырков. В свое время были претензии со стороны. Хороший middle kick с дальней ноги. Так, и перевод. И практически тейкдаун записывает себе, забирает себе в копилку Иван Штырков. Пытается сразу же встать сейчас Асылджан Бахыджан Улы через колено. Иван Штырков цепился в соперника, встать пока не дает. Плотный удар с дальней руки правой наносит здесь Штырков. Еще один удар от Ивана. Да, левый пытается контролировать, но нет, удается встать Асылджану Бахыджан Улы. 3 минуты еще остается в стартовом первом раунде у нас. Но контроль со стороны Ивана Штыркова однозначно. Локоть попытался там на выходе пробить Штырков, но не точно. Сместился там. Да, были претензии к Ивану в свое время по поводу функционалки. Но посмотрим. Мне кажется, что сейчас все должно быть лучше уже. Хотя, с другой мне стороны... Мне кажется, вот после того поединка, когда очень хорошо был функционально готов к бою с Магомедом Исмаиловым, Иван Штырков хорошо, как сейчас, попытку своего соперника перевел вот в такую хорошую для себя позицию Иван Штырков. Асылджан Улы, да, оказывается на спине. Мы прекрасно знаем, что Иван не только в стойке может ударить, но и в партере работает и на болевые, и на удушающие. Ну, он базовый самбист. Вообще топ, да. В халф-гарде, ну или в халф-маунте, как ему больше нравится. Но сверху, самое главное для себя, находится Иван Штырков. Пока ох, локоть от Штыркова. И опять пытается встать Асылджан Бахыджан Улы. Но нет, Штырков соперника стаскивает вниз, подключает левую руку. Виктор Корнеев, рефери этого поединка, внимательно следит и очень близко находится сейчас. Снова локоть от Ивана Штыркова. Возможно, да, не очень много действий в партере производят спортсмены. Но, тем не менее, ситуация пока в пользу Ивана Штыркова однозначно здесь. Ну и первый раунд выдался, так скажем, достаточно насыщенный пока. У нас еще больше минуты здесь в первом раунде остается. Там практически чуть ли было не в маунт забрался нет, Иван Штырков. Там все-таки да. Нога. Нога одна все-таки правая остается. Остается в гарде у Ивана. Активнее, бойцы, работаем, активнее. Но рефери призывает к активности. Локоть хороший, короткий, но очень плотный. Так втыкает Иван. Да, локоть слева. А локти, как мы знаем, очень опасное оружие. Сечки в партере в основном как раз от ударов локтями. И еще один локоть от Ивана Штыркова. Пока нечем ответить Асылджану Бахыджан Улы.
Да, Иван сверху контролирует здесь своего соперника. Постоянно так коротко, но в принципе пробивает. Ну и очень-очень опасно угрожает ударом локтем. Как говорил Иван Штырков сам, что не надо залеживаться, ребята. Кто лежит, тот получает. Так это приходится сейчас, да. Не надо это делать Асылджану, потому что вот этот локоть слева, попытка забраться туда в маунт. Пытается через креветку там. И такая попытка очень слабенькая была. Подключает правый локоть здесь уже Иван. Казахстана. Хороший раунд. Хорошая концовка раунда. Как начинает вколачивать Иван под концовку. Локти, просто бомбеет, локти. Да. Стоп, стоп. Раунд закончился по углам. Начинается второй раунд. Ну так, аплодисментами встречают бойцов у нас зрители. Да, насколько восстановился после той бомбежки локтями. Но там рассечение где-то и за левым ухом было у представителя Казахстана. И за нос он держался, когда вставал. Ну, очень много ущерба принял на себя. И это все-таки вот эти опасные удары локтями от Ивана Штыркова. Асылджан так пытается немножко идти какой вперед. Хай-кик, и тут же... Мидл-кик в туловище пропускает, да, под левую, под правую руку в область печени здесь. Асылджан сам пытается ответить. Пойдет ли за тэкдауном Иван Штырков? Очень вопрос. Попадает Штырков. Ох, размена. А вот за тэкдауном пошел уже Пакиджанули. Но Штыркова так просто не взять. Он прекрасно знает, как защищаться в таких ситуациях. И может уже сконтрить сам. Развернул здесь Иван, да. Соперник. Попытался вставить локоть. Локоть на выходе из клинча со стороны Штыркова слева. Есть по защите. И навстречу попадает справа коротким свингом Штырков, кстати. Асылджан Улы снова у него начинает кровить ухо. Такой джеб точный туда. Жесткий. Рельса джеб практически от Штыркова. Второй раунд, да, Иван Штырков начинает опять свежо обрабатывать ногу своего соперника. Ох ты, правый через руку и левый боковой туда залетел. Апперкот. Нельзя пропускать столько. Подстоялся Иван здесь. Смелый представитель Казахстана идет вперед. Прекрасно понимает, что если рисковать, о, точно то ему... туда попадает Штырков, выдерживает это. Асылджан Улы, но апперкоты. Пошла еще работа тут от Ивана. Расстреливает Штырков практически соперника. Ой-ой-ой, левый сбоку снова залетает, но держит все это представитель Казахстана. Асылджан Улы пока показывает такие чудеса стойкости. За тейкдауном пошел Иван Штырков. А в своем углу оказался Асылджан Бакиджан Улы. Локоть с разворота там от Штыркова. Отвечает боковым справа Асылджан. Еще один джеб точно пробивает Иван. Боковым коротко отрабатывает здесь Асылджан Улы. Два раза промахнулся, защищался хорошо Иван. У нас вторая половина поединка начинается. И вот теперь выходит на первый план функционал. Ой-ой-ой, точно цепляет, качает здесь Асылджан Улы. Идет он за тейкдауном в одну ногу. Хорошо защищался Штырков, попробует зайти за спину. И здесь все может и закончиться. Два удара коротко в подбородок пробивает Штырков. Очень легко перевернуть. Переворачивает соперника, да. Будет душить.
боковом контроле находится Иван, либо попытается запрыгнуть в маунт, либо попытается задушить. А у нас еще 2 минуты до конца второго раунда. Нет, смотри, выворачивается Асилжан Улы здесь. Но отдает там через руку. Там захват, по-моему, через руку. С этого ракурса не очень забраться за спину своему сопернику здесь Штырков. Угрожает ударом и пробивает его с правой руки. Контроль со стороны. Еще один удар. Жесткий удар. При этом Асилжан Улы просто берет и поднимается. Но поднимается, смотрите, как неуверенно. Как ты сказала, чудеса храбрости показывает Асилжан. А больше еще и стойкости в том числе. Да. И то, и другое. И так, с опущенными руками сам пытается идти вперед. Бакиджан Улы. Ох, темп, конечно, фантастический, особенно для этой весовой категории. И чувствуется, что ребята подвымахались. 2 раза апперкотом там подцепляет Штырков. Вот вопросы, которые всегда были к Ивану по поводу его функционалки. Здесь, мне кажется, задышать может любой. Потому что темп просто фантастический. Делает ошибку здесь Асилжан Улы и сам падает на спину. Да, подскальзывает. Меньше минуты остается до конца второго раунда. Ну и те, кто предполагали, что это будет очень легкий бой, очень легкий поединок для Штыркова, пока их прогноз не сбывается. Да, хотя казалось после первого раунда, да, что там уже такая серьезная трепка была. Но тем не менее. Боковые. Война крюков у нас здесь. Да. Ну, при этом, смотри, хорошо попадает, пропускает, буквально еле-еле качается, да, здесь Асилжан Улы, но все-таки продолжает сражаться, остается в поединке. Концовка. Работаем, бойцы. Ведут по времени секунд, Штыркова. Да. Снова точный джеб подбородок от Штыркова. 10 секунд. Подзамедлился Иван. Ну и надо сказать, да, и Асилжан Улы тоже... Смотри, насколько он так тяжело стоит. Кончился по углам. А у нас раунд под номером 3. Кто бы мог подумать, но дело дошло до 3-го раунда в этом очень энергозатратном, очень зрелищном поединке. Начинается все с атак. Бакиджан Улы попадает, он там в итоге боковые. Бакиджан Улы, была там очень мощная накачка в углу. Ему кричали, что да, ему нужно идти вперед. Такая сильная эмоциональная накачка была. Ну и сейчас правильно, коллега, ты сказал, в кулуарах функционал. У кого больше сил осталось, кто лучше восстановился за промежуток, за перерыв между раундами. Пытается бить с дальней руки, там точно пытается попасть, но все-таки мажет здесь. Вот подзастоялся Штырков, и тут же Бакиджан Улы старается прошу удары. Что Иван ищет момента для того, чтобы попасть один раз точно. Но пока он ищет, смотри, активничает Бакиджан Улы. Показывает, что у него с функционалом не так все печально. Не такие точные удары и какого-то ущерба они не наносят. Так. Хороший боковой от Штыркова. Ну там тоже не совсем точно был. Опа, нет, здесь не точный апперкот. Опа, да не опа, да, в защиту там пробивает. А вот это опасно. Бакиджан Улы. Да, 3-й раунд, я вам скажу, конкурентный. Конкурентный, да, так это и есть. Джеб в ответе от Штыркова. Принимает эту рубку, кстати, Бакиджан Улы. По корпусу достает Ивана.
бойцы перешли чисто на такой бокс. Да. Чисто на руки, пока в третьем раунде мы не видели ни одной попытки тейкдауна. И ни одной попытки удара ногами уже. Да. Ногами бойцы просто ходят, что называется. Вот там вроде бы обозначал Иван попытку тейкдауна, но не стал. О, хорошо сейчас. Легко, но много работает, да, здесь. Махаджанулы. Как будто второе дыхание открылось у этого спортсмена, да. Но выдержал, Асельджан выдержал, выдержал. Вот, пожалуйста, тейкдаун от Штыркова, но безуспешная. Отзащищался здесь Асельджан. Вот сейчас будет потихонечку темп уже замедляться, если не замедлился. Боковой точно. Туда в область печени пробивает, да. Третий раунд очень конкурентный пока. Кто бы мог подумать. Идет время, да, и попадает, цепляет левым Штырков боковым, но остальные удары так немножко мимо пошли. Да, где-то не в каемочку. По скорости и по свежести сейчас, наверное, Асельджан выглядит поинтереснее. Да, однозначно, да. в третий раунд он может себе записывать пока что. Но при этом мы видим, что Иван Штырков берет вот эти паузы, но время от времени готов к такому быстрому точному взрыву. Точное попадание снова от Штыркова, и когда он бросает очень быстро и легко, его удары достигают цели. Попытка левого крюка. Отличный бэкфист. Вот посмотрите. Как выдержал. Попытка ответа там, да, от представителя Казахстана, но не точно. Две минуты остается до конца этого поединка и третьего раунда в том числе. Опять так через джебы работают ребята. Там пытается пошел взять за тейкдауном, да, Иван Штырков. А защищается здесь Асельджан или нет? Левой рукой старается тут пробивать удары. В одну ногу делает проход Иван Штырков, но до конца так перевести не удается ему. Постреливает в голову Асельджан. Внимательно, внимательно. Там затылок, внимательно. Не наносить удары в затылок, просит рефери. Так уже практически всем весом тела Асельджан на Иване Штыркове. Затылок внимательно. Затылок внимательно снова повторяет. Слышь меня, в корпус можно, в голову нельзя. А рефери? Активнее, бойцы, активнее работаем. Призывает к активности здесь рефери. И вполне возможно, что Виктор Корнеев стойка. Да, поднимает стойку бойцов. Чуть-чуть меньше минуты, мы готовы еще посмотреть этот поединок стоек. Последняя минута раунда и поединка соответственно. Очень энергозатратный, но при этом достаточно зрелищный бой мы с вами видим. Все главное событие RCC-13. Левым боковым попадает Иван Штырков. Асельджанулы легко, но быстро бросает джебы. Переднюю руку, да, да, и джебы его попадают. Боковой как... зашел у Окс. Там же Асельджанулы в ответ попадает уже Штырков. Обменялись рукопожатиями тогда. Попытка там пойти за тейкдауном от Асельджанулы, но пока безуспешная. Я думаю, на этом все и закончилось.